Ярким запоминающимся праздником спорта и гостеприимства стал чемпионат мира по футболу, с успехом прошедший в нашей стране, в том числе в столице республики. Миллионы болельщиков со всего мира открыли для себя многоликую, дружелюбную, современную Россию. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении футбольного первенства. И, безусловно, всех татарстанцев, создавших атмосферу доброжелательности и гостеприимства. Бик зур рахмат сизга.